Трудно описать, что я чувствовал в тот миг. Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Выполнил свою миссию, теперь можно и того. А нас назад отправят? Да-да. Привет. Так, ну ты задолбал так на меня пялиться? Превратись в молекулу и исчезни. Не успел зайти, на меня уже быкуют. А? Миленько. Нет, это Спарта. Мы же в полисе. Добро пожаловать в полис, капитан Красно. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? Он с ВДНХ. Говорить не может. Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, превратившись в молекулу, да-да. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артём, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Ага. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно могу деактивироваться. Не забудь. Лучший курс во всем метро. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Самые сбалансированные ножи. Здорово. Ноги можешь ими брить. И до пяти досчитать не успеешь. Разносит цель в клочья. Так, чего нет? Всякие болты можно попродавать. Раньше надо было, а пока подождешь. Ну, папа! Никаких ну. Хороший выбор. Хороший выбор, я тебе продался. Кстати, все подряд. Налетай, разбирай. Явно подползает все ближе. Фига, какая у него штука. Калаш 212. Вызраться просто. Берешь и стреляешь. Отличное оружие, не пожалеешь. Ну не. Артём, я Мельник. Рассказывай. Да подожди. Я бы сюда еще оптику нацепил, было бы неплохо. Ну, X2 это слишком, а вот X1 можно и нацепить. Ножами нужно... Ну, блин, любыми ножами можно ноги брить. Это 35 стоит, это 45. Давай X2, ладно. Глушитель тут и так есть. ЛЦУ, зачем мне ЛЦУ здесь? Сюда. Здрасте. Мельник, а что с тобой не так? Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Блин, относительно Exodus и Last Light, тут Мельник такой молодой. Жесть. Не, ну вот на кой ты так накидался, брателло? Прям непривычно. Надо бы. Ну пошли, пошли. О! Вечно ты так. А, и тут меня не напоят, да? Ну, привет. У нас тут как-то тоже было.
В общем, накатили мы с пацанами. Угощайся. Нормально так. Тут меня напоят хотя бы. Ага, не лазили они. Да вы ж на постой, говно. Не суть. Короче, меня набухались. Но решили. Тут меня напоят. Тю, так это разве набухались? Да тоже мне добавить, это же завсегда. И вообще, чё мне? Я вам чё, мешал? Ну всё, типа, две отдачи. Ну так вот. Две надо добавить. Ещё. А тут типа опа, и уже в туннель. Алкоголь вредит вашему здоровью. Типа я знаю. Ща мне на руку наступили на выходе из кабака, и тут опа, туннель. Темнотища, мля. Ну чё? Ну чё, типа, смотрим? Они так по стенке стремаются, типа. Ну, кто кажется, они? Мне хватит. Ну, типа, не наш. Теперь можно идти и в совет. На них, типа, шкароман. А такие же, бля, там мне сказали, совет метро собирают, но вот как раз и зашел, выпил и пошел. По карманам, а рассказывать о том, как, что мне нужна помощь. Хорош домогаться. Добавить хватит. Уже реально добавить. Пошли. Ну, так... Ого. Ну и чё? Я мгновенно протрезвел. А, я видел этот видос. Вероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Да совет крысы. Просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Сознание, кстати. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Д-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место, но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку, я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Осуждающе. Осуждаю. Такие выражения. Двинули. Так, в смысле двинули? Сразу на поверхность? Вот просто выйти? А типа экипироваться ты не будешь? Окей. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт. Пошли наверх. Понял. Дробь так дробь. Так они и так вылезли с самого глубокого метро. Они-то вылезли помочь. Так, нам, видимо, туда. А что здесь есть? А здесь ничего нет. Блин, у меня противогаз побитый. Ну ладно, пошли дальше. Ё-моё. Все будут живы и здоровы, ну да.
прохладненько немножко. Отдувает, я бы сказал. Я сейчас тут провалюсь. Ой, не вовремя я это сделал. Ну куда я полетел? Пусти! Пустил. Там глубоко. Ах ты. Херня какая-то. Глази. Да куда ты? Сапку надел, стал бессмертным. Интересный совет. Ну, не думаю, что это так работает. А можно без вот этого вот? Без всяких детей. Как у меня? А, X, точно. У меня противогаз побитый немножко. Мне бы новый. Дальше. О, новый противогаз, спасибо. Ну не такой уж и новый. Ай, не такой уж и новый. Ну все-таки лучше, чем мой. Да че на противогаз, он же снял его. Окей. Спасибо. Взяли, блин, привалили меня камнями. Да вот так штука упадет, а куда бежать? Налево что ли? Жестко. Ничего не скажешь.
Там в задницу иди. Так, а мне вообще сказали, куда идти? Или типа, иди на поверхность. Подыши свежим воздухом. Тут нет негде спрятаться. Я один раз вроде выстрелил, ну ладно. Держи куски. Ну да. А можно не... А можно не надо? Да ну я противогаз менял, ну что за крыса, ну я, ну... Нет, ну вот так вот, ну нельзя так же делать. У меня противогаз закончился. В смысле, он меня не зацепил? О. Слушай, масс. Спасибо. Ну хотя бы не больно упал. Ты где здесь воду нашел? А, понял. Так, а мне-то куда хотя бы надо? Да отстань! У меня противогаз опять заходит. Меняй фильтр! Быстрее! Вот рукожопина, ну меняй же ты фильтр быстрее, пока накрутит вот это. Ой, да, это еще летает, мешает постоянно. Йорик, не играй с едой. Бедный Йорик. Йорик, кушать свинец. Менять. Заранее. А что такое? Почему мне так плохо? Здесь радейка бьет? Да ну ладно, ну нет.
Охотник из стражей. На страже, точнее. Сидеть. Место. О, нет. Здорово. Да попади ты по ним, дурак. Давай, экономим патроны. А там еще кто стреляет. Да по мне не попади. Ну, походу, радейка реально была. О. Новый противогаз. Да не новый опять. Ну вы держите круг, а я буду тут за вас спрятаться. Нормально. Спартанец хренов круг не держит. Алло, у нас за спиной они нападают. Стоит, смотрит куда-то в другую сторону. У нас за спиной на них на нас нападают, а он смотрит куда-то в другую сторону. У вас все получится, я вас уверю. А можно побыстрее, а то у меня скоро фильтра кончатся так. Я понимаю, что вы там с метро вышли, у вас фильтров много по времени, а вот у меня немного. Да. Успокойтесь. На всех свинца хватит. Наконец-то. Вот ты где. А мы уже волновались. Помнишь, что надо делать? Нам нужно попасть в военные архивы, а не где-то под главным залом. Вас не смущает то, что я, хватит, блин, пару метров пойдем прошел. Они меня потеряли. Я прошел пару метров, они меня потеряли. Может, вы так искали? Ироды. А вот Артём в эту дверь зайти не мог, да? Руки из жопы. Чё смотришь? За мной, ребята. Ну давай. Называется за тобой. Это за мной, а не за тобой. А можно такое место, где мне не нужно будет противогаз тратить? Или можно мне еще противогазиков? Так. На наличие... Да, подожди. Так. Я вот это хотел открыть. Че у меня по пулькам? 25. А стреляешь ты нафиг в них? А нафиг он в них стрелял? Бекник, привет, привет. Долго нам не продержаться. Когда-то не угомонятся. Зачем это? Андреал приводит рейд. Рейд над с одним зрителем. Жестко. Спасибо. А мы тут метро играем. Так, ну это все, конечно. Это все, конечно, хорошо. Но надо им пойти помочь. Мне двери закрыли. Ё-мо. Какая? А, понял, какая сволочь. Новый противогаз. Ура, новый противогаз. Что сделать-то? Цента плюс 15. Ага.
Ай. Да хватит меня избивать. А мне туда? Там кто-то только что топал, причем большой. А я, кажется, зря сюда пришел. Да. Эй, выпустите меня обратно. Я сломал. А, не, не сломал. Пустите, я двери не умею открывать, пожалуйста. Никуда не уходи, стой тут. На обратном пути мы тебя заберем. Шутка. Да ты шутник, я смотрю. И они бы нас клочья разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. О. Халява. Включить это пропускаю постоянно, сейфы открывать не могу. Это плохо. Артём, иди-ка глянь. А. Мухи. Это должно было меня напугать, я правильно понимаю? Не, не буду. Тачки дают за, за нанесение урона. И только. Увы. Артём, кабинет слева. Возможно, сумеешь отпереть двери с другой стороны. У тебя неплохо получается. А может, мы туда все-таки не пойдем? Пикник на обочине. Вот это отсылочки, спасибо. Проверь, дверь слева, там... Я же... Может это? Это закрыто. Это закрыто. Понял. Логично. А, ну да, да. Вот именно ублюдка мне сюда тут не хватало. У меня есть... Ну почему именно туда? Закрыто. Не, ну на самом деле библиотекари-то слепые. Вроде. И тут закрыто. И чё? Я в шутер играю или в головоломку? Не закрыто. И эти закрыты. 50 очков. Хорош. Тут
Кто мне расскажет, кто покажет, куда мне идти надо? Что сделать-то? Тук-тук. Отлично. Данила, пошли. А вместе со мной нельзя было вокруг? Как-нибудь без меня. Вместе со мной нельзя было пролезть, а? Фигня мелкая летает. Много фигни мелких летает. Да это закончится когда-нибудь или нет? Ну если мы развернемся и пойдем обратно, то закончится. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. После смотреть аниме. Артём, слушай внимательно. Библиотекари. Одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной, тебе конец. Ладно. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь, вообще больше ничего не увидишь. Ну ладно. А ты чё? Чё, Данила? Нет. Ау. Неприятненько он так упал. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. А почему мы не можем просто вдвоем его отнести и потом вернуться завтра? Ну да. Тогда бы было неинтересно. Либо, ну минус боец. Все, бойца надо нести обратно в полис. Если надо нести обратно в полис, возвращаемся, несем отмены операции. А другие, да не, нормально. Я сам отнесу, а ты иди в одну харю против самых опаснейших мутантов в этом мире, сражайся. Подумаешь. Через все метро прошел и библиотеку пройдешь. Или универ. Че это? Универ, по идее. Мне кажется, их там двое. И они занимаются непотребствами. Здрасте.